Всем привет, друзья! С вами Амик, и сегодня мы продолжаем играть в Save the Girl. Я думаю, что мы сегодня спасем эту девушку еще не одну тысячу раз. И мы на данный момент на 10 уровне остановились. Будем, естественно, сегодня продолжать. И, как вы видите, немножечко у меня изменилась комната, и скинцы мы тоже приодели. И, как видите, еще у меня есть 10 150 золота. И это достаточно много, чтобы купить самые офигенные вещи в этой игре. Но как это сделать, как быстро накопить золото, я вам расскажу чуть попозже. Смотрите этот ролик до конца. И, друзья, обязательно ставьте лайк. Давайте накопим 1000 лайков и сделаем новую серию по игре The Save Girl. Ну что ж, для начала, я думаю, мы с вами просто возьмем и купим все самые топовые скинцы. Они стоят за 1400. Приоденем вот такое вот платьишко. Потом нужно срочно одевать вот это... Так, это, подождите, это красивая прическа стоит 1400? Ничего себе. Смотрите, дальше мы смотрим. Что? Что это? Это туфельки! И смотрите, как они под платье хорошо подходят. Ну что же, в таком наряде уже можно на свою попу какие-нибудь проблемы искать, да? Давайте еще мы купим все самое лучшее, все самое красивое для нашей подружки, да? Купим ей новые окошечки с новыми красивыми, такими, очень красивыми, как их называть-то? Короче, окно мы ей купили. Я забыл. Тюль или как они там называются? Шторы, конечно. Че, это тупенький сегодня. Так, и за 600 мы еще купим обои. Вот, о, слушайте, очень красиво все это выглядит. Так, далее посмотрим пол. Изменяем на такой голубо-сероватый такой цвет, да? Далее, у нас тут еще есть... Ой, что у нас тут есть? Так, посмотрим. А это у нас... О, это кресло неудачников! Или удачников, наоборот. Ладно, давайте его тоже прикупим. И нам еще нужно... О, это лампа? Давай и лампу тоже поменяем. За 600. Отлично, далее. О, стол, на котором, кстати, есть горшок с цветами. Отлично, по-моему, стало намного круче. Да? Вам нравится? Ну что же, а мы с вами отправляемся на 10 уровень. И мне интересно, что... Помогите, спасите! А тут зомби, смотрите, сразу два зомбака. И что нам сделать? Давайте пистолет, либо бобовое зернышко. Но, давайте так, это мега нелогичная игра, так что мы выберем зернышко. Стрелять в них! Это пушка, оказывается! Ничего себе! Еще два! Ой-ой-ой-ой, за нами еще два зомбака. Так, посмотрим, что бы здесь делать. Смотрите, здесь стоит аккумулятор и какая-то кость. У меня есть коктейль Молотова и пистолет водяной. Но, как вы понимаете, электричество, точно, вода! Так. И, о, лужа, вода и два зомбака минуснулись. Отлично, идем дальше. Там дом. Так, дом впереди. Меня это уже немножко пугает. О, он какой-то дом-то разрушенный. Так, что же нам здесь придумать? Ага, есть кнопки какие-то и есть масло. Не знаю, что за масло, давайте выберем его. А, подскользнулся зомбак, а мы можем бежать дальше. Окей, хорошо, я с первого раза прошел, повезло, да. С первого раза повезло, но, друзья, самый прикол в том, то, что хоть нам и повезло, но я угадал. Из трех вариантов я угадал три. Честно скажу, я никуда не подглядывал, и мы идем на 11 уровень. Посмотрим, сможем ли мы его пройти. Кстати, друзья, пишите в комментариях, какие же, до какого уровня вы дошли. Это меня не интересует. Так, а давайте посмотрим, что нам нужно. Это маска Капитана Америки, а это щит Капитана Америки. Давайте щит возьмем. Так, опа, этот щит меня спас. Отлично, фух, ну это просто все логично. Это было просто логично. Так, это что у нас? Отвратительно. Это что за грязная лужица такая? А давайте, ну, поменяем просто время на день, да? Солнце меня спасло. Отлично, солнышко спасло нас. Пока что мы идем 2 из 2. И следующая комната. Вау, это призрак! Что мне делать? Ай, так, нужно засосать его в пылесос. Ну-ка, отлично! Да,
мы сделали это, друзья! Мы с вами большие молодцы! Вот это да! Вот это да! Я просто в шоке. Ну, дошли до 12 уровня. О, это что за трактор такой? Это подъемник, как я понимаю, да? Дерево перегораживает дорогу. Так, чтобы нам на газ нажать, либо на рычаг. Давай на рычаг нажмем. Опа, опа, опа. И все, повалили дерево, идем дальше. Отлично, слушайте, пока что я ни разу не окарался. Ого, сколько зомбаков, что мне делать, как мне быть? Нужно, какая-то красная кнопка. Это не сработало. Первое поражение на сегодня. Но ничего страшного, друзья, мы с вами просто-напросто продолжаем с нуля, да и все. И мы уже знаем ответы на эти все вопросы, так что пройти нам будет дерево перегораживать дорогу. Естественно, мы его сломаем и побежим дальше. Хотя деревья ломать лучше не стоит. Но если вам уже нечего делать, то конечно, так. Что мне делать? Так, красная кнопка снова, может быть. Да нет, конечно же, на педаль надо было сразу нажимать и гнать очень быстро. Так, а что же... О-хо-хо-хо-хо! Какой огромный зомби! Так, ну теперь-то кнопка должна сработать. Давай попробуем так. Ничего себе! Это у меня робот такой... Чего? Это робот был такой огромный? Это мега нелогично, но я зарабатываю новый скинец. Если однажды пропустишь, то никогда больше не получишь. Ага. Ну ладно, ничего страшного. Погнали дальше, друзья, погнали дальше. Вперед! Так, у меня, кстати, есть самые крутые скинцы. И смотрите, они же, я надеюсь, не добавляются? Не добавляются. А действительно? А нет, вот, мы эту юбку могли купить за 400. Ничего себе. Нас игра что, обманывает, что ли? Меня игра обманывает. Мы спустились в метро, и здесь какой-то воришка. Что ты... Трогаешь меня? Эй, мерзкий мужчина! Он идет за мной! Что мне делать? Так, отдать деньги либо телефон. Деньги либо телефон. Позвонить в полицию. О, точно. Я позвоню в полицию. Я угадал. Нету связи, точно. В метро же нету связи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я надеюсь, что с ней все нормально. Так, снова вор. Ладно, на этот раз выбираем кошелек. Лучше отдать деньги, чтобы он меня не трогал. Отдаем денежки и... Все, отдаем кошелек. Он пустой. Я же... Да, далеко не убежал. Чтобы выбрать банановую кожуру, чтобы он подскользнулся, либо отбиваться от него. Пам! Давай. Да, точно! Мы это сделали, друзья! Отлично, идем дальше! Идем дальше. Мне нужно ускользнуть. Только вот куда? Так, стоп-кран. Стоп-кран, либо молоток. Стоп-кран. Да, давайте стоп-кран нажмем, потому что он упадет. И вообще поезд остановится, как мы будем вылетать на скорости. Так, идем дальше, друзья. Мы дошли, мы прошли, фух. Мы справились с этим воришкой. Он даже нас не ограбил. Ну ладно, ничего страшного. Идем дальше, друзья. 14 уровень. Мы уже неплохо так прошли. Да, это здорово. Опять пес, только не еще одна страшненькая псинка. Так, давайте, это что за столб? Давайте с ней поиграем. Хочешь сыграть? Нет, она не хочет играть, точно. Ой, она злющая какая. Ладно, это только первый раунд в этом уровне. Так что у нас никаких проблем, думаю, не будет. И тут, откуда ни возьмись, появляется столб. Чего? Она... Это что? Пока страшная собака. Ладно, не будем комментировать ее действия. Мне нужно присесть. О, это та самая лавочка неудачников. Вот здесь я открывал сундуки по Вайлдкрафту. Ага. Кто открывал сундуки по Вайлдкрафту на такой же... Короче, вы поняли, да? Это вот неудачников как раз. Вот примерно диван неудачников выглядит вот так же. Плюс в чат, если что. Так, давайте попробуем краном нас. Опа, забрали нас краном.
Не, ну это жестко, это, конечно, жестко. Полегче, полегче. С девушками нужно быть немножечко полегче. Зачем краном? Прямо в голову взбрела такая идея. Ладно, собака, писи, делай там свои дела, пожалуйста, не за что. Пометь территорию и иди дальше. А мы продолжим. Пока страшная собачка. Так, ну, естественно, садимся в краску, мы же мега умные. Так, ой, краска еще не высохла, что же делать? Так, а тут есть быстрая смена. Так, и что? Ой, опять вор? Так, давай-ка его... Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Давай по башке. Бульк! До свидули, покули. Так, дальше. Что у нас ждет дальше? С вором мы вроде как уже разобрались. Я думаю, что следующие боссы какие-то будут совсем другие. Ну-ка, заходим в магазин тут снова. Он крадет из магазина. Да что ж ты за человек-то такой? Эй! Он испугался. Давай его преследовать. Как он нас в метро преследовал, так мы его сейчас в магазине будем. Ой, а что ты раскидал? Так, а давай его с очком так словим. Опа! Ай! Ой! А зачем нам часы? Это интересно, а для чего нам нужны будут часы? Окей, сейчас мы его снова тогда напугаем. Потом мы попробуем воспользоваться часами. А зачем нам часы? Давайте просто логично подойдем к этой штуке. Хотя какая логика? Какая может быть логика? Просто нажимай на часы и смотри, что будет с этим воришкой. Все тут очень просто, друзья. Так, ой. Так, давай часы выбираем. Давай повернем время вспять. Ну да, логично, это же так можно было делать. Вот каждый день сижу вот так в магазине и время вспять делаю. Мне нужно что-нибудь сделать. Ну, пистолет в магазине доставать — это какой-то бред. Меня могут полицейские подумать, что я и есть вор. А ворюга скажет: а у нее пистолет, она вас сама ворует. Хотя, вот, давайте выберем вот такие штучки. Опачки, здравствуйте. Видите, пистолет не надо было выбирать, потому что если бы мы выбрали пистолет, за нами приехала бы полиция, мы бы проиграли. А так, металлоискатели поставили, и воришка найден. Отлично, открыт новый скин. Спасибо большое, рекламу я вообще заплатил деньги, чтобы не смотреть эту рекламу, а мне все ее пытаются всучить. Ну, кстати, по поводу этого хотел вам рассказать. Кто хочет зарабатывать много золота в этой игре, чуть попозже я вам расскажу один крутой способ. Он идет за мной. Опачки. Не, ну тут банановая кожура, я думаю, не поможет. Давай ей... Это что? Это купальник. Возьмите. Купальник просто ему в глаза. Ой, он разозлился. Он слишком быстро. Я не могу от него. Так, давай-ка мы улетим от него. Опа. Да уж. Не лучший вариант. Согласен. Нитро подключать — это действительно не самый лучший вариант. Ладно, попробуем еще раз. И я думаю, что на этот раз у нас все получится. Он идет за мной. Да, конечно, мы ему сразу же скидываем. Оп, самые интересные места. И ему... так, давайте дальше идем. И слишком быстро. Я не могу это контролировать. О, кстати, эта шапочка и меня бы, наверное, спасла. Танк? Чего? Чего? Это мега нелогичная игра. Я вообще не понимаю. Так, танк. Давай вот это попробуем. А, о нет. Он может стрелять. Да. А прикольная прическа, кстати. Ну, ладно. Неприкольная. Так, ладно, нажимаем еще раз. Пытаемся пройти все-таки этот уровень, а то у нас с этим уровнем у нас все очень плохо. Он мега нелогичен, он мега непонятен. Нет, с первым этапом, конечно, я очень просто справился, потому что было тут все логично, да? Ну, а потом у нас начались проблемы, особенно вот во втором этапе и в третьем. Так, здесь нам нужно шапочку одеть. Мы, естественно, перелетим. И танк. Танк, естественно, как бы сеткой не накрыть. А вот это что такое? Это ластик. Твой танк исчез. Волшебство. Господи. О, полиция? Отлично, его взобрали в полицию. Мы с ним справились, и мы, естественно, думаю, что с ним покончено. Полиция его точно не должна отпустить, потому что он столько всего наделал. Землетрясение. Теперь у нас есть новые проблемы. Так, нужно одеваем каску и идем дальше. Тут никаких проблем, думаю, не составит. Есть тут кто? Так, давай бомбу, либо ключ. Давайте ключ, чё, просто откроем двери. Понял, принял. Хорошо, как бы вещи на нас упали.
давайте просто начнем с нуля. Ну, откуда я знал? Откуда? У меня есть ключ, думал, им открою, а бомба тут все бы взорвало. Нет, оказывается, это не так. Я есть тот кто? На бомбу! Чего? Так работает это? Она перед собой взорвала огромную бомбу и... что? Где тут логика? Мне нужно выбраться отсюда. О, это что такое? Тут везде электричество. Давайте вспомним уроки физики. Электричество хорошо ли проходит через резину? Или через железо? Как вы думаете, друзья? Поставьте прямо сейчас на паузу и напишите в комментариях. Ладно, ну как вы думаете, реально? Я думаю, что резиновые сапоги... Да, давайте резиновые сапоги пройдем спокойно. И тут, это ж логично, мне кажется, да? Это просто логично. Уроки физики прошли не зря. Разбитая ваза. Если мы проедем по стеклу на... О, точно! Это же вернет назад время. Давай попробуем повернуть время вспять. А, конечно. Так можно совсем делать. Так много воды. Пробка. Пробка, если мы вставим пробку, тогда тут, наверное, все упадет. Давай-ка мы просто пройдем вот так. Чего? На обычные лужи подскользнуться? Вы серьезно? Ну ладно, посмотрим. Затопит нас? Я не отвечаю. Так, ладно, бежим дальше. Тут быстренько проходим. Тут мы выбираем, естественно, резиновые сапоги. А что нам еще выбрать? Только это остается. Далее, нам нужно время вспять. Разбитая ваза. Так, время вспять. Быстренько восстанавливается. И смотрим, как мы закроем сейчас эту трубу с водой. Честно говоря, я думаю, сейчас это... Ну, это так просто. Вот где-то прям мега логично, а где-то вообще нелогично. Ура, лифт. Поехали. Может быть, я просто нелогичен. Нам новые туфли подарили. Ну, не надо, спасибо. Я готов вашу рекламу смотреть, только немножко в другом случае. Да, это про случай, я про это расскажу. Да, это заработок денег в этой игре очень крутой. Опять псинка! Только не сторожевая псинка. Ой-ой-ой. Так, давайте... Она испугается 100% льва, маски льва. Ну, это факт, это все знают, что... Хотя, дайте ей мясо, дам, да и все. Че? Ну и? В смысле? Она же в прошлый раз согласилась на мяско. Как так-то? Только не сторожевая собака. Ладно, давайте ее испугаем. Я тигрица, ля-ля-ля. Ой, а это кто? Кто ты? Ну да, гранату под ноги вот кидать само то. Давай кинем. Понимаю, да. Ну это, как бы, да. Да. Так, ладно, с собакой мы сейчас разберемся. Быстро покажем, что мы, кто в доме хозяин. Так, маску одевать. Ух ты. Иди отсюда. Маленькая псинка. Так, ну это же сразу понятно. Это же, ну как вы думаете, друзья? Это же воздушный шарик. Ну, это же каждый знает. Ну, все, получай. Все, идем дальше, друзья. Никакой преграды нету. Никто нас уже не сможет напугать. Ну, у меня вопрос. Просто вопрос. Я на 100% уверен, что это вот этот вариант ответа. Вот на 100% уверен, что это вот этот вариант ответа. Но... Логичнее было бы нажать сюда. Но мы нажимаем сюда. Ну-ка. Ну да. Мы накачали руки, как у морячка Папайя, и сразу же разбили титановую дверь. Да, где моя логика? Так, логика вышла из чата. Пока, удачи. Так, идем дальше, друзья. И у нас, кстати, уже 20 уровень. Это значит, что у нас есть время, чтобы рассказать вам, как зарабатывать так много золота в нашей игре. И заходим в первый уровень. Да, в него можно входить, ну, его можно проходить хоть 1000 раз. Нажимаем на ножницы. У нас, ну, естественно, мы побеждаем. И потом мы получаем вот такую информацию. Получить 200 золотых монет за рекламу.
да, это реальный способ в этой игре зарабатывать очень много золота. У меня буквально ушло где-то минут 40 на то, чтобы заполучить полную коллекцию. Прямо полную коллекцию, просто смотря рекламу. Но, честно говоря, играйте просто по уровням, и вы тоже сможете также заработать полную коллекцию. Друзья мои, ну что же, я надеюсь, я вам помог. Если помог, если было интересно, смешно, ну или забавно, я вас как-то развеселил, поставьте лайкосик. Давайте наберем 1000 лайков на этой игре, и мы с вами продолжим играть Save the Girl. Ну или помогите девушке. Будем ее еще раз спасать. Как по мне, уровни достаточно сегодня были прикольные. Мы с вами дошли до 20 уровня. Будем в следующей серии дальше проходить. Тут куча, много еще уровней. Я надеюсь, то, что мы с вами успеем эту игру пройти до конца. С вас лайк, с меня контент. Ну что ж, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был Амик, всем удачки и пока-пока, увидимся.